Вымывалась сразу из печки. Вообще не хотела жидкость циркулировать. Это вот просто водой, когда продули. Все такое вот в печке. Это все та же самая машина, которую вот с утра начинали делать. Вон, это просто вот воздухом дунули, и вот такое количество вылетело. Но обычно воздух идет по пути наименьшего сопротивления и мало что вытаскивает. Ну вот прошло там пару часов, не знаю, время не засекал. Короче, принцип у нас такой, чем дольше оно циркулирует, тем лучше. То есть вот уже вот таким напором идет жидкость. По идее, бывает, ну если нормально все прочищено, то вылетает струя сантиметров там 15-20. То есть сейчас она просто появилась по сравнению с тем, что было. До этого вообще жидкость не хотела проходить через печку. То есть вот так вот подключили. Вон вход печки, выход. Краник проверил, что краник рабочий. Зарядка и от аккумулятора. Зелевская помпа крутит. И, в общем-то, в большинстве случаев решает. Посмотрим к вечеру, как оно себя поведет. То есть еще пару часов на мытье у нас есть.